Седьмой год в Искитиме образовательную деятельность ведет Народный университет. С середины февраля начнется новый семестр. 6 числа в русско-немецком доме Искитима пройдет собрание для всех желающих обучаться. Новый набор ведется с начала года. 6 февраля предстоит обсудить ряд важных вопросов. По каким направлениям будут работать, график занятий. Несмотря на финансовые трудности, Народный университет продолжает набирать студентов из числа искитимских пенсионеров. В этом году администрация финансово нам помочь не может. Будем искать другие пути решения, будем сотрудничать с другими организациями, чтобы как-то по возможности можно было вознаградить тех преподавателей, которые принимают участие в работе нашего университета. Компьютерные курсы отдали в ведение Союза пенсионеров. В Народном университете оставили прикладное творчество, танцевальные курсы, отделение сад-огород, литературную гостиную. Продолжают сотрудничать с библиотекой. Самым востребованным остается обучение работе со смартфоном. Новые технологии. И люди, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, они не все умеют работать с этим телефоном. Не всегда понимают, как правильно включить, выключить, где там нужно какую кнопочку нажать и для чего какая кнопочка нужна. Вот. И эти занятия как раз помогают им подружиться с телефоном. И для них это занятие очень интересное в том плане, что, по крайней мере, они говорят, что вот практически на одной ноге находимся со своими внуками. Количество желающих проходить обучение не ограничивают. Занятия начнутся 17 февраля. Те, кто ходил на танцы, уже начали репетиции.